делать. Видео просил Акай S20. Вот включаю. Загорается. Вот. Так, сейчас подключу колонку, чтобы хотя бы посмотрели, что работает, кнопки, все нажимается. Ну, здесь понятно, это все работает. То есть виртуальная дискета разбита на множество дискет. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Рек. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Рек. Хоп. Память максимально расширена. Вот. Единственное, что я с этой флешкой не разобрался, потому что мне достался у чувака. Но он сказал, что все работает как надо. Эту флешку он вместе с приводом отдал, он все сделал хорошо. Все работает. Но нужно будет, конечно, наверное, инструкцию скачать на этот привод GATEC. Вот. Я рад подсказать, да. Не знаю. Так, что здесь у нас? Start Erase. По кнопкам это вот время. Осталось сколько? Так. Что еще? Показать. Edit. Как раз вот. Ну вот оно все подписано. Право, влево. Вниз, вверх. Угу. Что еще? Ну, то есть вот это стандартный звук. Как кривая синусоида получается. Или как она там называется? Вот. Ну, в принципе, говорю, вот внешне он вообще на 5 баллов. Также можно назад поставить флоппи привод, если это имеет смысл. Но, наверное, нет. Потому что с флешки удобнее намного. Разбивается флешка на множество виртуальных дискет. Дискета не очень надежный носитель. Соответственно, лучше, конечно, с флешки все это дело загружать. Вот. Ну вот, то есть видно, что все пэдики рабочие. А на сюда не назначено. Вот, назначил. Восьмерка тоже работает. Секвенсор свой, соответственно. Edit, tab. Ну, то есть вот показывает, что tab работает. Удар в минуту. Торс плюс-минус. Вот. Ну и понятно, что секвенсор вот удерживает эту кнопку. Вот оно play, stop. Оно тоже все работает в определенных режимах.